мои, да. Утренний кофе мы продолжаем. Минус 3 на улице, достаточно комфортная прям температура. Ну, не то, чтобы долго находиться здесь, прям, скажем, уже не очень хочется. Но я напомню, что Альфир Факразеев сегодня у нас колдует над символом наступающего 2017 года. И мы вот, Альфир, на улице, ну, минут 10, и уже хочется, убегаем, что-то да. Вот уже подмерзаем. Вы как специально одеваетесь? У вас есть какая-то униформа, которая позволяет вам работать со снегом прям долго? Обычно да. Вот, ну, сейчас очень тепло, поэтому я в такой простой одежде, как, поскольку работаю, что не холодно. В принципе, даже жарковато. Ну а вообще приходилось работать и в 40, и в 45 градусов. Ну тогда, понятно, одеваешься. Например, да. Если вы с напарником работаете, вы по смену в таких условиях работаете, минус 45, или все-таки? Бесконечно, с утра и до позднего вечера. Хорошо, не будем отвлекать, чтобы это действительно не длилось бесконечно. Сейчас мы вызываем на связь Ирину.